Выплаты по ипотечным кредитам могут отсрочить в условиях сложившейся из-за коронавируса ситуации. О переговорах с банками объявил премьер-министр Ион Кико. Мы обсудим это с представителями некоторых коммерческих банков. Предложим им отложить выплаты по ипотечным кредитам на несколько месяцев, чтобы ослабить нагрузку на людей. Например, на бенефициаров программы «Прима-кассы» и других граждан с ипотечными займами. Кроме этого, власти рассмотрят меры в поддержку экономических агентов, вынужденных прервать деятельность из-за распространения инфекции COVID-19. Не работают рынки, торговые центры, спортзалы, развлекательные заведения и места общественного питания. При этом кафе и рестораны могут и дальше доставлять еду клиентам на дом. Продолжают работу в обычном режиме только продовольственные магазины, аптеки и автозаправки. Ограниченная деятельность государственных учреждений.